В Люберцах состоялся концерт в поддержку российских бойцов, участвующих в специальной военной операции. Он прошел в Центральном парке города. На нем побывали и мы. Россия – это родина моя, Россия – это наша любовь главная. Патриотический концерт под девизом «Своих не бросаем» провели по инициативе Люберецкого отделения Российского союза молодежи. Со сцены звучали слова поддержки в адрес российских военнослужащих, среди которых есть и жители округа, ушедшие защищать рубежи нашей Родины. Защищать от тех, кто на протяжении многих лет, конечно же, своими поступками, своим поведением, своим таким бандитским подходом унижали и обижали людей. Это недопустимо. Искреннее желание, чтобы этот конфликт как можно быстрее закончился, и мы опять жили бы в богатой, сильной, красивой стране под названием Россия. Артисты, общественники, члены ветеранских и патриотических организаций и просто неравнодушные люберчане вышли на сцену, чтобы поддержать участников специальной военной операции и жителей новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Я прожила уже много лет, но никогда не думала, что вот это повторится. Спасибо нашей России, что все-таки спасла этот народ. Пусть они живут с нами. А чем можем, мы будем помогать. И защищаем свою землю. И, конечно, прежде всего хочется пожелать ребятам живыми, здоровыми и с победой. В концерте принял участие и финалист телевизионного шоу «Голос 60+», заслуженный художник России, люберчанин Александр Рожников. Мы поддерживаем наших ребят, которые с оружием в руках отстаивают нашу свободу и независимость, чтобы все вернулись домой здоровыми, на своих ногах. Потому что мы их ждем, мы их любим. Это наши дети. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.